Стена огня. В Канаде из-за лесного пожара эвакуировали целый город. Это самая большая эвакуация в истории провинции Альберта. Сильный ветер и жара способствовали быстрому распространению огня. Пламя охватило все новые районы. Огнем оказалась охвачена даже единственная автомобильная трасса, ведущая из города. Пожарные не смогли усмирить стихию. Жители стали паниковать. Тогда власти решили эвакуировать все население Форт Макмюррей. По данным Reuters, площадь пожара составляет более 2500 гектаров. Стихийное бедствие стало причиной отмены ряда авиарейсов.